Только очень... Ну все, после этого все станут смотреть кёрлинг. Кстати, Кате на полном серьезе предлагали перед съемками выпить для храбрости, но спортивный режим она нарушать не стала и держалась за счет природной стойкости. Все 7 часов, что длилась фотосессия. Хорошо. Да, супер. Ну, смотри, ты разогрелась. Снят, съемка окончена. Ура! После всех мучений под софитами и перед объективом фотокамеры наступает процесс отбора снимков. Из каждого сюжета в присутствии модели арт-директором отбираются по 2-3 наиболее удачные фотографии. Мне этот кадр очень нравится. Вот этот. Здесь чуть-чуть он стационарный, но, опять же, мы более широкой комиссии этого утвердим. Этот, ну, посмотрим, просто он такой жесткий. Он в историях. Вот этот, как ни странно, мне кажется, наиболее таким нейтральным. На этом Катина участие заканчивается, и она отправляется домой. Приходит черед